К зиме готовы. В городском поселении Фряново провели смотр снегоуборочной техники. Стоит отметить, что четкое соблюдение сроков – результат огромной подготовительной работы. Смотр проводился с целью проверки всех нюансов для бесперебойной работы в период снегопадов и гололедицы. Прежде всего, основная задача – это своевременная очистка дорог в режиме зимней эксплуатации, обработка внутридомовых территорий с использованием различного вида реагентов. Наша основная задача – сделать так, чтобы поселение Фряново, прежде всего, было зоной безопасной для движения транспорта, комфортной для всех проживающих на нашей территории жителей. Смотр – не просто выставка технических возможностей. Это проверка взаимодействия всех задействованных лиц, ответственных за своевременную уборку подведомственных территорий, как администрации, так и муниципальных учреждений. Я думаю, что с нашей техникой, с нашими рабочими, с начальниками отделов мы справимся с задачей. И в зимний период времени у нас проблем возникать не будет с чисткой дорог. Всего в смотре участвовало 4 единицы технического оснащения из 12. Это объясняется тем, что 8 снегоуборочных машин уже находятся на боевом посту по уборке выпавшего снега. Вся представленная техника предназначена для различных работ. Малогабаритные и большие машины выполняют свои задачи. Данная техника – многофункциональный трактор. Он может использоваться как летом, так и зимой для чистки тротуаров, катков и дорог. Олег Болотин заострил внимание, что наступивший сезон – время ненормированной работы. График выстраивает погода. Но задача руководителей – обеспечить максимально комфортные условия для рабочих. Наша основная задача – не только обеспечивать качественные услуги, но, кроме того, создать нормальные человеческие условия для сотрудников, кто занимается именно обслуживанием дорог наших дворов. После смотра оперативное совещание рабочей группы с привлечением руководства муниципальных учреждений, непосредственно занятых уборкой дорог, а также компании, выигравшей тендер на обслуживание дорог до конца года в границах поселения. Важный этап слаженной работы – четкий график выхода персонала и организованность. Сформирована рабочая группа для постоянного мониторинга состояния дорог. Охват будет вестись по всем, даже самым отдаленным уголкам поселения. Ольга Аржанова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».